Да едь ты, Колымага, едь, едь! Ну хотя бы с горки, ну разгонись ты! Ай, боже мой, ну реально полная развалюха какая-то! О, всем привет, ребят, с вами, как обычно, Паша Влейзин, и сегодня, друзья, блин, я не знаю, ну это просто капец, я хочу сжечь эту машину, потому что, ребят, ну это просто полный капец, она нифига не едет, у нее проблемы с двигателем, она поломанная вся. Вот, блин, вот, ребят, когда у меня был гелик, это был просто рай, ребята, это был просто рай, а сейчас я на этой... развалюхи езжу. Так, это... что за тут такое письмо мне пришло? Так, на смс, так, ну-ка. Неизвестный номер. Так, ладно, друзья, давайте почитаем. Так, добрый день, уважаемый Павел Флейзин. Ой, нифига, это про меня, ребят, смотрите. Так, я менеджер одной всемирной организации YouTube Play. И наша компания хотела бы вас и ваших друзей пригласить на наш праздник в честь шестилетия компании. Так, ладно, ребят, что-то непонятное. Так, также на празднике будут и другие популярные блогеры. Праздник будет сделан в стиле квест-шоу с необычной тематикой и лучшими аниматорами. Надеемся вас и ваших друзей увидеть сегодня по этому адресу 20.00. Так, ребят, какая-то компания YouTube Play приглашает нас на вечеринку. Слушайте, а это ж... так, тут еще говорят квест-шоу. Слушайте, друзья, так это офигительный ролик получится, мне кажется. Ребят, этот ролик уже достоин вашего лайка и подписки на мой канал. Вот реально, друзья, давайте на этой серии наберем 7000 лайков. Ребят, какое-то квест-шоу, вы понимаете? Это что-то необычное у нас будет. Ребят, блин, я вам тогда желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы погнали! Давай быстрей газуй! Блин, ребят, вот честно говоря, мне кажется, то, что с каждым разом моя машина все медленнее и медленнее едет. О, боже мой, еле-еле поднялся на горку. Главное, чтобы она не укатила сейчас, ребята. Ой, боже мой, как ей сложно. Это просто капец. Друзья, честно говоря, я очень много комментариев вычитал, то, что вы вообще не полюбили эту тачку, как и я. И вы очень много писали в комментариях: Паша, купи ты себе тот же самый гелик. Ребят, честно говоря, я бы с радостью купил тот же самый гелик, но дело в том, что старых таких же геликов просто нету. Их просто перестали у нас выпускать. И остались только эти, знаете, новые, там, крутые, дорогие. Ребят, а новый гелик, блин, я не могу купить, потому что, ну, знаете, ребят, ну страшно такие деньги отдавать за такой гелик. Ребят, вот честно говоря, если бы, наверное, вы бы поставили лайк, да, и подписались бы на мой канал, то тогда бы я подумал на покупке нового гелика. А пока вы не ставите лайки, я очень сильно боюсь, ребята, покупать новый гелик, потому что, ну, это полный капец. О, боже мой. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы я купил новый гелик, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Давайте запустим даже небольшой хэштег «Новый гелик». Просто хэштег «Новый гелик», ребята, если вы хотите, чтобы я поскорее купил себе новую машину. Ну, блин, светофор, ну давай-то все, наконец-таки, Колымага. Ё-моё, ребят, я офигею. Я не знаю, как мы будем с пацанами добираться вообще до этой вечеринки. Хотя, ребята, я еще не знаю, может, пацаны откажутся вообще от этой затеи, потому что в последнее время они что-то вообще очень сильно любят посидеть дома. Так, ребят, все, мы уже подъезжаем к нашему дому. Блин, вот, ребят, вот посмотрите, ну вот мой гелик очень красивый, очень замечательный, но, блин, просто уголек. Уголек, ребята, блин, мне так его жалко, это просто капец. Ну, друзья, все в ваших силах, новый гелик, ну, хэштег как бы новый гелик, и тогда я покупаю новую машину. Но я, ребята, уже поднимаюсь наверх. И вот та самая, вау, ребята, квартира. Вот, это давай, что давай, там давай, такое? О, вау, просто замечательно. Вау, оба, так, ребят, оба, не обращаем внимания, вот Антон вот отдыхает там, танцует, играет там свои игрушки. Так, Лех, привет, ты не занят? О, тут, здорово, что хотел? Да слушай, ты ж не занят, надеюсь? Ё-моё, ничего. Нет, не ты. Нет, не занят, здорово. А, нормально, короче, смотри, слушай, я тут катался по своим делам, и ты прикинь, мне пришло какое-то смс-оповещение, то, что нас хотят, короче, пригласить на какую-то вечеринку. Мне ничего не приходило, нифига себе, что за вечеринка, ну короче, вечеринка, там какая-то организация, называется, как там, YouTube Play, ты слышал такой, короче? Нет, первый раз слышу. Нет, ну слушай, короче, там организация нас приглашает в честь шестилетия этой организации, и там говорят, будут
популярные другие блогеры, там как... вечеринка будет в этом... Как там его, блин, забыл. В стиле квест-шоу. Вот, квест-шоу какое-то интересное у них будет. Вообще четко, я бы согласился, мне там нравится прям. Там еще что, бесплатная еда будет, напитки, аниматоры. О, бесплатные, да, мне нравится. О, здорово, ты что, послушаешь? Здорово, да, короче, бесплатная еда там будет. А что, во сколько это начинается, во сколько происходить там будет? Ой, слушай, ну вообще, сама вечеринка будет начинаться в 8, а нам надо выехать 7, потому что там, вроде как, я смотрел. Ну да, там место очень далеко находится, поэтому... Ну все, это побежал одеваться быстрее. Ну давай, давай, давай. Встречаемся в главном флэре. Всем, все, хорошо, хорошо, всем встречаемся. Так, ребят, ну все, мы сегодня поедем с вами на офигительную вечеринку. Но перед этим, ребята, я хочу с вами серьезно поговорить. И если я говорю серьезно поговорить, то это значит, что надо серьезно поговорить. Блин, что-то немножко глупо звучит, но не суть, короче, ребята. В общем, последнее время мы с пацанами решили проверить, за какое минимальное время можно поставить лайк и подписаться на канал. И пацаны утверждают, что за 6 секунд можно успеть поставить лайк и подписаться на канал. Но я же говорю обратное, что можно это сделать намного быстрее. Но они не верят. Короче, друзья, давайте так, кто еще не подписан на канал, вот сейчас же поучаствует в этом эксперименте и докажет пацанам обратное, что поставить лайк и подписаться можно успеть намного быстрее. И как вы видите, таймер уже на экране, и вашей задачей будет как можно быстрее поставить лайк и подписаться на канал. Если ты, друг, успел все это сделать меньше, чем за 6 секунд, то пиши свой рекорд в комментариях. Посмотрим, кто будет быстрее. Раз, два... Три, время пошло, погнали! Ну-ка, 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 давайте подписываемся, ставим лайк. Ну-ка, кто быстрее, и... Стоп! Ну-ка, друг, пиши свой рекорд в комментариях, посмотрим, кто был быстрее. Так это выключил, все, ребята, я теперь готов, так, а на часах... О, на часах уже, это, 6:40, так, пацаны, все, выходим, я это, готов. Все, выезжаем, так, Антон есть, а где Леха? Что там дымится? Ты видишь это? Лёх, пацаны, я готов к вечеринке. Что это за фигня у тебя? Зацените, это мой самый сверхсекретный шлем, чтобы его пить. Ничего себе ты, блин, нифига ты. Да, специально вечеринок купил. Подготовился. Ладно, все, пацаны, мы готовы, тогда погнали, спускаемся вниз, поедем уже, потому что если мы опоздаем, то это будет очень ужасно. Все, спускаемся вниз, все, пацаны, давайте быстрее машину, то если мы опоздаем, это реально будет очень стыдно. Такая там организация 6 лет уже. Все. Давайте, пацаны, садимся в машину и отправляемся. Давай, газуй. Когда ты себе уже новый гелик купишь? Новый гелик, ну, не знаю. Ну, не, новый гелик, я, знаешь, я посмотрел там на сайте ихнем. Ну, не знаю, он очень дорогой там. Да и вообще его страшно как-то покупать, блин. Такая дорогая машина, блин, еще будет у меня. Не-не, пацаны, я... Ну, какую-нибудь тачку, но нету развалюху точно. Ну, да, вот эта колымага, она еще та, ребята. Вот она полная фигня. Так, она тут еще стекла мне тут выбивает, блин. Случайно. Не надо так делать. Весело. Да. Весело ему, блин. Так, ну слушайте, парни, я тогда тоже выставляю, короче. Вы что издеваетесь? Мы за вас, блин, машину поцарапали другую. Так, все, я, короче... Ничего страшного. Все равно скоро менять. Да, конечно, блин. Я еще не знаю, потому что я там подписчикам сказал, если они наберут много лайков, вот тогда я куплю новый гелик. Да, а вот пока что мало лайков, я ничего не буду покупать. Так, джип... Так, пацаны, а почему по GPS-у пишет то, что это куда-то в лес надо ехать? Так, непонятно, что-то ребят. Что-то странно как-то. Так, ну-ка, блин, я не может, знаешь, может, у них в лесу какой-то, охренеть, какой большой коттедж. Там вот, и там вечеринка это может приходит. Быть. Возможно, так, все, нифига, давай, там все. Давай, газу, нам по максимуму. 13 километров, да это вот ее максимум, ты прикинь. Вот такую тачку сзади купи. Так, 13 сзади, блин, не, я не хочу доминатор. Так, все, ребята, берем, отправляемся в путь, так, GPS уже выставлен, и, ребята, все, погнали. Да я вот думаю, пацаны, там, знаете, вместо гелика может Порше рассмотреть. Там вот есть какой-то спортивный. Нормально. Такой двухверн. Нормально. Это круто. Он прикольный, но все же гелик, ну, он внедорожный, четырех... лучше внедорожник. Ну да, в принципе. О, кстати, пацаны, вы прикиньте, осталось совсем чуть, так надо так, обогнать тут этого чувака. Так давай, разгоняй его. Вот так, нормально. Воу. Так, все, пацаны, где-то по прямой должен быть наш дом. Стоп, это он там? Я надеюсь, что это не он. Стоп, это реально тот дом? Вот это развалюшность. Стоп, пацаны, а... У-ху, стоп, вечеринка. Подождите, как... Стоп, может... Вроде свет горит, может... все хорошо. Ну, клоунская тачка, смотри. Так, клоунская тачка. Стоп, а где? Я думал, тут коттедж будет. Ну-ка, может... Может, мы должны были объехать его? Может, мы самые первые приехали? Ну, а, кстати, может быть, да. А, кстати, где вообще остальные? Так, ну ладно, я вот только...
Вы ну, свет увидели... горит. Ну, свет горит. Так, ну, может, кто-то внутри, ребят, давайте так, где-нибудь припаркуемся возле... Вот тут, например, да? А что тут клоунская тачка делает? Так, ну-ка, может, там кто-то внутри есть? Эй! Так, не, никого нет, пацаны, слушайте, а... Давайте тогда зайдем в этот дом. Ну-ка, может, там уже люди нас ждут. Так, ну-ка, давайте, ребят, зайдем. Эй, люди! Алло! Так, ну-ка. Здорово, кто-то... чуваки! А тусим, тут никого тусим. Нету. Ой, слушайте, парни, тут это сюда. Что такое? Это что, квест такой, что ли? А, кстати, да, у них же это вечеринка в стиле квест. Ой, да. Квест-шоу. Стоп, квест в стиле маньяка? Я что-то не понял. Дом маньяка это... Это очень сильно похоже. Слушайте, парни, а что за дом? А где люди вообще? Где другие ютуберы там зато говорили? Зато еда есть. Ну, зато... еда там есть нормальная? Так, а тут да, лаборатория да. какая-то. Так, пацаны, что-то непонятно. Может, мы раньше всех приехали? Ну-ка, а сколько на часах-то времени? Так, 20:03. Слушайте, парни, а мы раньше... Вовремя. Стоп, так, стоп, подождите. А где другие люди? Уже вечеринка в 20:00 должна была проходить. Что за фигня? Так, тут может, ничего. Может, они опаздывают? Ну, может быть, кстати. Ну, очень странно то, что они опаздывают. Тут? Так, яичница. Кто-то что-то готовил. Ну, возможно. Так, ну-ка, о, смотрите, может, тут на втором этаже кто-то есть? Эй, люди! Ну-ка, может, кто-то спит уже, не? Ну-ка. Они так, тут... спрятались от нас. Тут ничего нету. Да, думаешь, да не, это бред, мне кажется. Какая-то организация будет на нас прятаться. Не, это полная фигня. Чё за фигня? А где вообще все люди, блин? Мыши тут, мыши. Ну, мыши, так. Одни ну, крысы. Одни крысы, блин, это крысы не считаются. Пацаны, можете подойти сюда. Чук, ты где вообще? Ты на первом этаже или что? На втором этаже, пацаны, быстрее. Так, давай на второй этаж. Чё там, Антон, чё там? Ай! О, здорово. Чё, ты разорался? Чё у тебя там? Быстрее, пацаны. Ты крысу видел или чё там? Не, быстрее со мной, смотрите. Куда, иди куда? Сюда, быстрее. Куда это идти? Просто капец так. Так смотрите сюда. Сюда. Это... Чё там такое, чё? Мне же не кажется, это... Смотрите, чё? Это клоун какой-то. Клоун? Чувак, на вечеринку пришёл. Смотрите. А, так, пацаны, чё вы так, блин? Нормальный Антон, костюм чё его. Антон, чё ты так испугался? Это ж аниматор, там же говорили, лучшие аниматоры, блин. Он, наверное, мы просто... Мы тачку тем более видели. Ну да, это ж клоун, это обычная фигня, короче, пацаны, всё. Слушайте, блин, я... стрёмный какой-то, не клоун это какой-то. Да, в смысле, это клоун, да, ё-моё. У него зубы там... были. Зубы? У меня тоже зубы, прикинь, есть. Ну, блин, не, это, пацаны, это все обычная фигня, это, наверное, аниматор. Я, слушайте, знаете, что предлагаю? Я предлагаю, короче, тут переждать. Не знаю, может, организаторы сейчас подъедут. Поем. Ну, тут пицца есть, как раз. Ну, давайте, я не знаю, что-нибудь постоим, тут подождем. Да, тут и картина старая. Так, розетки вообще, наверное, не работают. И камин тут, да. Какой-то непонятный. Так, что-то непонятно. А, что? Что-то... Паша, иди сюда, люди, пацаны! Что такое? Что за пучка какая-то? Что это? Стоп, это... Антон, ты видел, да? Это люди! Это манекены, мне кажется. Манекены. Ну, кстати, да, да, пацаны, это манекены. Вы что, хотя, ну, смотри, тут дофигища просто крови. Ёлки, лучше не подходить, а то это страшная тема какая-то. А манекены вообще рты умеют открывать? Слушай, я не знаю. Лучше отойди оттуда, ты реально? Да, лучше я... Слушай, давайте... Там же как-то они оказались. Знаете, уже прошел где-то 30 минут, давайте лучше уйдем отсюда. Ну, знаете, зачем? Реально стрёмная тема. Пацаны, посмотрите в окно. Мне не нравится это место. Посмотрите в окно, тут. Это чего там? Это тот самый клоун, смотри, это можно... Ё... Стой! У него что-то в руках! Быстрее, куда? Ай, стой, это... Посмотрите, сзади вход бегу! Вот тут! Лёха, беги! Быстрее на второй этаж, Лёха! Задний вход, передний вход! Лёха, быстрее на второй этаж, Лёха! Я там сзади тебя! Он сзади, быстрее! Он сзади меня? Куда бежать? Да, он сзади тебя! Я на верхний балкон побежал! Ай, ёбы, блин! Всё, тихо, вставай! Так, вроде как нету! Ай! Я тут, он идёт ко мне! Вай! Ё-моё! Пацаны, так быстрее вставай! Он уже сзади! Так, всё, быстрее! Куда бежать? Не пойму! О, боже мой, ребята, блин! Он ещё сзади! Нет, давай, быстрее! Что делать? Боже! Пацаны, хоть кто-нибудь, господи, так, может, сюда забегу? О, нормально, нет! Что делать, ребята, ну-ка, может, в окно? Он идёт! Не подходи ко мне! Это что было? Быстрее! Сейчас, вы взяли тачку клоуна, так все, я сел, да, все. Да, мы своровали на нее машину. Газуй, и дай на мне его нафиг, давай. Все, газуй. Быстрее, вырвать туда. Пацаны, вы видели, у него мачете было, Так, ну. У него вообще оружие жесткое. О, боже мой. Это он, наверное, всех людей убил. Ай, Леха, все, да, давай, газуй. Да, это он, точно. Блин, там моя машина старая осталась. Ай, что делать? И что делать будем? Новую купишь? Ладно, пофиг, да, короче, новую купим. Так, все, давай, короче, есть в город. На дорогу. Давай в город, тот этот городочек маленький. Едем. Мне страшно. О, боже мой, это было очень опасно, пацаны. Все, на такие смс я больше никогда в жизни не отвечаю.
Ух, это было очень опасно. Блин, капец, ну это просто была полная жесть. Я больше... Сумасшествие! Да, на такие смс больше никогда не буду уже не отвечать. Но мы вовремя с Антоном приехали. Если бы не вы, то, мне кажется, мне бы была по-любому крышка. Так, боже, я не знаю. О, стой, подожди, Лёх, тормози, стой, тут торможу, заправка. Что? Тут заправка, вот, видишь, заправка. Магазин как раз есть. Звони полицию. Что тебе купить? Покушать? Сникерс хочу. Сникерс, так, ладно. Лёх, тебе что-нибудь надо? Тоже давай. Тоже сникерс. Так, ладно, ребят, давайте зайдем. Так, возьму вот, не знаю, наверное, не, конфеты я не хочу. Так, тут у нас, так, тушенка, это фигня. Так, где сникерс? О, так, вот. Тушенку не по-любому, вот, сникерс, это что такое, ребят? Ребят, стоп. Эй, сэр, вам все хорошо? Молодой человек, ребят, тут... Пошел нафиг! Ёбай, пацаны, по газам, быстрее, по газам, все! Газуем! Стой, подожди, тут РПГ есть где-то в машине, стой! Какая РПГ, давай! О, давай! Погнали! Пошел нафиг! Бам! Садись быстрее! Пацаны, его нету. Пацаны, ты взорвал его! Мы, кажется, его грохнули, слушайте, все! Все, он... Ура, наконец-то, ух, блин! Ребят. Офигеть, откуда? Это реально какой-то маньяк, не знаю, блин, клоун, это жесть, ребята, это просто полная жесть. Так, ну вроде как мы его взорвали, Антон, убили. Антон, ты живой вообще? Так, ух, Антон, это капец просто. Ух, пацаны, все, это жесть. Короче, я предлагаю так, оставить, короче, эту клоунскую тачку. Пацаны, тут как раз таки полиция приедет, давайте быстрее уходим с места происшествия. Ну его нафиг. Точно, нас тут не было. О, боже мой, все, ребята, короче, данная серия, ребята, подходит к концу. Если вам она понравилась, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, ребята. Никогда, просто запомните, никогда не отвечайте на незнакомые смс-ки. Ну а с вами был, как обычно, Паша Влазин, Лёха Жил, Антон Томлик. Ссылка будет на них в описании. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки! Пока, друзья!